Мы сейчас наблюдаем, что выставили баннеры на улицах с имена, и там такая печать одобрена президентом. Видели, да? Ага. А еще второй баннер, что Сергей Шойгу голосует за Зимина. Можно ли вот заручаться поддержкой? Может ли кандидат заручаться поддержкой такой? Ну, чиновником? Смотрите, я вот сейчас скажу, как одобрено президентом. Это ну как вот формат вот этой печати. Это как бы некая технологическая уловка. Каким президентом? Франции или президентом обувной фабрики? То есть это как бы, ну, то есть это не привяжешь, что называется. На это можно подать, вот, то есть, но как бы понятно, что судиться будем и за выборы уйдет. А формально, ну, получается, это же не написано, что президентом Российской Федерации. Вот если было написано, а так это как шоколад. Так что, если это с издевкой отзыв на это дать, значит, ну вот, считайте, что это, как, ну, например, можно так сказать, считайте, что это президент шоколадной фабрики одобрил, значит, сладкие речи этого. Вы судиться будете? Судиться будете? Я нет. Я лично не буду, у нас и так дел навалом. Вот. То есть тут же получается, что для людей это важно или не важно, то есть понимают или не понимают. А от того, что мы судимся или не судимся, на людей это уже никак не влияет. Что касается Сергея Шойгу, там-то ясно, явно Сергей Шойгу. Здесь, смотрите, как получается, что Сергей Шойгу вполне, ну, надо сделать запрос и спросить. А там что написано? Я не видел конкретно. Сергей Шойгу за Виктора Зимина. Ну, вполне мог Шойгу взять и написать ему: Виктор Михайлович, я тебя поддерживаю. То есть это в избирком запрос, это вы как раз можете взять как агентство, сделать запрос в избирком, дайте нам как-то согласие Шойгу на поддержку, на опубликование высказываний в поддержку Зимина. То есть дадут, не дадут, и от этого уже вы сами сможете юридическую оценку сделать. А про президент здесь не привяжешься. Ну, только если в суд подавать и там доказывать лингвистически и прочее, они скажут, да, это у нас штамп просто такой. Оболванивание населения идет, да? Да, это обман. Не оболванивание, а обман. Обман населения. Обман населения, то есть это как штамп на шоколадной обертке, можно так говорить, а не именно, это не одобрение президента. Одобрение президента, вы можете сказать, выглядело бы так, что я, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, значит, одобряю деятельность, а это штамп непонятно кого. Президента кондитерской фабрики, президента шиномонтажки там. Как бы ну, ясно, хитрили. Но это просто обман людей.